В России катастрофическая ситуация с курением. Мы занимаем первые места по общему числу курильщиков в процентном отношении. Мы занимаем первые места по подростковому курению, по женскому курению. Это действительно огромная проблема, которую давно пора решать. Решение этой проблемы назрело. Поэтому, наверное, впервые за долгие годы я приветствую те решения, которые предлагает правительство, и введение запрета на курение в общественных местах, мне кажется, действительно необходимо. Государство не должно поощрять курильщиков. Государство не должно создавать комфортные условия для того, чтобы люди развивали какие-то свои вредные привычки. И я надеюсь, что действительно это принесет какие-то ожидаемые меры, если, конечно, реализация будет соответствовать декларируемым целям. Потому что зачастую строгость законов, как известно, в России компенсируется необязательностью их выполнения.